Когда мы дышим, воздух проходит через нос вниз по трахее и попадает в мелкие ветвящиеся бронхи. Бронхи делятся на совсем узкие бронхиолы, на концах которых находятся похожие на грозди винограда скопления небольших мешочков с тонкими стенками – альвеол. Через них в кровь попадает кислород, а из нее выводится углекислый газ. Пневмонит – одно из группы заболеваний, названных интерстициальными болезнями легких. При них возникает хроническое воспаление и рубцевание альвеол и поддерживающих их структур – интерстиция. Рубцы в альвеолах препятствуют адекватному транспорту кислорода в кровь. Иногда в легких накапливается жидкость, и дыхание затрудняется еще сильнее. Пневмонит может быть вызван несколькими причинами, в том числе воздействием аллергенов, радиаций и некоторых химических веществ. Симптомы пневмонита включают одышку и кашель. Лечение пневмонита зависит от его причины. Часто для уменьшения воспаления используют кислород и кортикостероиды.